Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня я вам хочу рассказать о купле-продаже оливковых участков. У нас в Измире эта отрасль очень распространена. В Турции оливковое дерево считается святым. Вся информация у меня идет от первоисточника, так как мой муж работает риэлтором. Когда вы покупаете этот оливковый участок, вы для себя должны решить, для чего вам это, потому что есть сорт оливок для отжима, то есть добывают из него оливковое масло, а есть сорт только для употребления. Чтобы не попасться в руки недобросовестным риэлторам, вам нужно примерно знать стоимость этих оливковых участков в этом районе, в этом регионе. Вам также нужно знать, проходит ли здесь дорога возле вашего участка, чтобы не только туда добираться, но еще и придется работать трактором. Также вам нужно уточнить, по документации владелец должен быть один человек. В Турции у нас распространено, оливковые участки остаются от бабушки с дедушкой и потом делят их на весь род, на всю семью. И если вы приобретете такой участок, то у вас будут потом множество проблем. Также нужно узнать, есть ли доступ к воде. Есть ли электричество для того, чтобы потом добывать эту воду. В последнее время оливковые земли приходится поливать, потому что в последние 10 лет в Турции немножко сложновато с дождями. Раньше их было больше и не особо приходилось их поливать. Также вам нужно уточнить, сколько на этой земле оливковых деревьев, в каком они состоянии, ухожена ли земля и не больны ли деревья. Вот так вот выглядит оливковое поле, довольно-таки ухоженное. Оливковые деревья не больные, вот они, видите, целенькие, без всяких там червей. Деревьев в хорошем состоянии. Один также вам нужно уточнить, не пропускает ли эта земля воду, чтобы на вашем участке потом не было болота. Хороший риэлтор, добросовестный, который знает свою работу, он все эти пункты должен вам рассказать и с вами обсудить обязательно. Здесь находится эта оливковая земля. Вон там вдали. Вон там вдали видите море. До моря отсюда 1,5 километра. Земля – это площадь 1525 квадратных метров. Довольно-таки ухоженная. Деревья не болеют ничем, они в хорошем состоянии. Также есть сюда дорога. Дорога выходит к центру города 1 километр. Эта земля продается за 350 тысяч теле. Если вам было полезно это видео, поставьте свой пальчик вверх и обязательно подпишитесь на мой канал.